Уверен, каждый из вас слышал о ресторанах, где подают непомерно дорогие блюда, начиная от бокала вина за несколько сотен долларов и заканчивая бутылкой воды за 60 тысяч долларов. Для большинства жителей планеты Земля эти цены кажутся просто заоблачными, поэтому возникает резонный вопрос. Эти блюда что, посыпаны золотом или бриллиантами? В большинстве случаев вопрос абсолютно уместен, так как стоимость некоторых блюд действительно завышена без какой-либо веской на то причины. Но иногда определенные продукты настолько дорогие по причине того, что они очень редкие и супер востребованные. Привет, вы на канале НСК Шоу, и в этом видео вы узнаете о еде, которую могут позволить себе только богатые люди. Аям чимани. Цена 400 долларов за птицу. Мясо цыплят породы аям чимани из Индонезии считаются элитным. Чернильный, почти угольный окрас мяса, клюва, оперения и кожи с непривычки безусловно шокирует каждого. И если для европейца или американца аям чимани – это исключительно вкусное и питательное мясо, то для жителей Индонезии это кое-что другое. Дело в том, что по местным преданиям, кровь этой птицы обладает магическими целебными свойствами. По этой причине индонезийцы широко используют кур в качестве жертвенных животных. Но вот для богатых туристов это не более чем эксклюзивный заказ специализированного ресторана. Хамон Iberica de Bellota. Цена примерно 320 долларов за килограмм. Один только запах хамона Iberica de Bellota стоит дорого. Потратив такую сумму денег на кусок мяса, вы обязательно почувствуете, что столь высокая цена совершенно оправдана. Это именно то, что едят члены испанских королевских семей. Хамон Iberica представляет собой мясо диких кабанов, питающихся желудями на юго-западе Пиренейского полуострова. Этот продукт имеет сладковатый привкус, смягченный соленостью, чем-то похожий на пармезан. Кроме того, жир имеет настолько низкую температуру плавления, что попадая в рот, он растворяется на языке и покрывает небо, как крем. Однако, чтобы попробовать хамон Iberica de Bellota, не нужно быть олигархом. В некоторых местах вы сможете заказать небольшой кусочек этого лакомства, и он обойдется вам в 15-20 долларов. Виноград римский рубин. Цена 11 тысяч долларов за одну гроздь. Кто заплатит 11 тысяч долларов за одну гроздь винограда? Такамару Кониши из префектуры Хего, что на юго-западе Японии. Этот человек известен тем, что может себе позволить покупать высококачественные фрукты по цене самолета. Винограду римский рубин присущ красный цвет. Его размер примерно с шарик для пинг-понга. Он намного слаще, чем обычный виноград. Выращивают этот сорт винограда в Японии. В этой стране за определенные сезонные фрукты нередко платят огромные деньги. Так, например, Кониши приобрел виноград за рекордные 11 тысяч долларов. И потом, кстати, провел бесплатную дегустацию в своем супермаркете. Согласитесь, достойный поступок – купить виноград по такой высокой цене, а затем раздать его среди покупателей супермаркета. Дыня юбари. Цена 12 тысяч долларов за дыню. Дыня юбари считается королевой среди дынь. При желании вы можете попробовать королевский сорт дыни только на острове Хоккайдо, Япония. Она обладает исключительным ароматом и сладким вкусом. Но стоит ли она таких, без преувеличения, бешеных денег? Безусловно, позволить себе королевскую дыню юбари может себе только очень богатый человек. Примечательно, что проданная с аукциона в конце весны 2017 года дыня за 27 240 долларов стала одним из самых дорогих продуктов, проданных когда-либо на аукционах. В тот день победитель торгов сказал, что хочет расплатиться с фермерами этой самой дыней за их тяжелый труд. Победителем аукциона, как вы уже могли догадаться, стал тот самый Такамару Кониши, который раздал виноград римский рубин в супермаркете. Картофель лабонот. Цена 600 долларов за 1 килограмм. Крахмал, клетчатка, калий и витамин С – вот основные составляющие этого овоща. Картофель лабонот растет в Нуармутье-Ан-Лиль, острове у западного побережья Франции.
Я думаю, мало кому из простых смертных придет в голову тратить на обычную картошку $600 за 1 килограмм. Но почему же у этого картофеля такая заоблачная стоимость? Кожура картофеля Лабонот пропитана специальными солями морской воды. Все дело в том, что картофельные поля удобряют исключительно морскими водорослями. Проникая в почву, они создают благоприятные условия для роста этого эксклюзивного продукта. Обогащенная водорослями песчаная почва становится настоящим сокровищем. Основная ценность этого продукта заключается в том, что он обладает замечательным мягким вкусом, который и сладкий, и соленый одновременно. Поговаривают, что Лабонет – это и есть тот самый сорт картофеля, который когда-то создал бог инков – Виракоча. Однако, если вы не можете позволить себе потратить $500-600 на картошку, вы можете добиться такого же вкуса, используя незрелый красный или фиолетовый картофель, предварительно посолив и приправив воду для приготовления пищи должным образом. Икра каспийской белуги альбиноса. Цена $25,000 за небольшую баночку икры. Вы можете с уверенностью предположить, что все, что касается икры, стоит очень недешево. Черная и красная икра – это, как правило, статус и показатель хорошей жизни. Это именно тот продукт, который бедные не едят. Если стоимость икры севрюги, осетра и белуги обычно колеблется от 20 до $50 за 50 граммов, то цена икры каспийской белуги альбиноса особенно высока. И для гурманов с большими деньгами белая икра от иранской фирмы «Алмаз» является самой заветной целью. Это та самая икра редкой жемчужной разновидности белуги, добываемая из Каспийского моря, о которой ходят легенды. Приобрести иранскую белую икру «Алмаз» можно в Лондоне. Поэтому если вам доведется посетить столицу Великобритании, а в кошельке у вас найдутся лишние $25,000, обязательно попробуйте это редкое вкусное лакомство. Говядина Кобе. Цена $800 за килограмм. Сочный, мраморный, интенсивный вкус говядины и естественная нежность делают говядину Кобе одним из самых дорогостоящих продуктов в мире. Говядина Кобе должна соответствовать определенным критериям сертификации. Качество мяса оценивается по нескольким параметрам. В частности, оно должно происходить от коров черной японской породы Тадзима. Кстати, эти коровы выращиваются исключительно в префектуре Хиго. Некоторые рестораны прибегают к хитростям и пытаются выдавать за это мясо другой сорт говядины. Но лишь единичные рестораны подают настоящую говядину Кобе. Несколько лет назад ресторанный бизнес потряс скандал. Некоторые высококлассные заведения были закрыты после того, как посетители обнаружили, что их пытаются обмануть, выдав более дешевую говядину вагью за сорт Кобе. Если вы видите в меню ресторана этот сорт говядины, попросите показать сертификат. Это часть соглашения между поставщиками и владельцами ресторанов. Вы имеете полное право знать, за что платите такие деньги. Если у ресторана нет сертификата, значит вы платите огромные деньги за другой сорт говядины. Черный арбуз Дэнсуке. Цена $6,100 за арбуз. Было время, когда черные арбузы Дэнсуке продавались более чем за $8,000 за один экземпляр. На сегодняшний день один арбуз обойдется вам не меньше, чем $6,000, что тоже недешево. Но что же такого особенного в этом арбузе, помимо его цвета? Известно, что Дэнсуке имеет более плотную мякоть, больше сока, и он еще слаще, чем обычный сорт арбузов. Выращивать его у себя на огороде, конечно же, не удастся. Произрастает этот сорт арбуза исключительно на японском острове Хоккайдо. Но стоит ли он таких огромных денег? И нужно ли тратить $1000 за то, что в конечном итоге принято считать арбузом? Решать, конечно, каждому. Грибы Мацутака. Цена $100 за 1 килограмм. Самые дорогие грибы в мире Мацутака растут в Северной Америке, Южной Корее, Канаде, Финляндии и Швеции. Но основная их доля экспортируется в Японию, где на этот продукт особенно высокий спрос. Мацутаке имеет культурное значение в Японии, где эти грибы символизируют плодородие, изобилие и счастье. Белые трюфели Альба Мадонна. Цена $8,000 и выше за 1 килограмм.
Если вы хотя бы изредка употребляете трюфели Альба Мадонна, также известные как белые трюфели, вы, вероятно, часто посещаете рестораны высокого класса и знаете толк в хороших блюдах. Этот сорт грибов входит в список сверхдорогих продуктов мира, которые по карману исключительно богачам. Итак, за что покупатель готов отстегнуть бешеную сумму денег? Редкость грибов в сочетании с его неповторимым вкусом и ароматом, который вы вряд ли сможете найти в любом другом блюде, делают этот гриб одним из самых дорогих и желанных продуктов в мире. Однако даже масло белого трюфеля, продаваемое по неоправданно высоким ценам, не приближает вас к вкусу и запаху настоящих белых трюфелей. И даже ученые не могут вывести их искусственным путем. Поэтому в местной пятерочке этих грибов вы не найдете. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценить видео, ну и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока!